Моторадио представляет Blues and Jeans. Одежда и аксессуары. Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. И у нас в гостях Андрей Медведев, директор магазина Blues and Jeans, который находится на Авиационной улице 28. Ну, что касается джинсов, то тут понятно, что джинсами здесь торгуют. Но помимо джинсов есть много чего другого. Еще и блюз. То есть все получается, что у вас в магазине завязано под этот музыкальный стиль. Но, привет, Саша. Это не то, что заточено, просто это не раздельные вещи, да, рок-н-ролл и джинсы. Как-то они слились как в одно целое. Невозможно представить рок-н-ролл без джинсов. И человека, который носит настоящие правильные джинсы, невозможно представить, чтобы он не слушал рок-н-ролл. Это уже такая спайка. Да, но вот мы часто в наших программах, я тебя, вернее, слышу такие слова: это классика, это вечная классика, это выпускается там уже 50 лет, это выпускается уже там 100 лет. А классика и мода, насколько они совместимы в одежде, как ты думаешь? Быть модным, одеваясь в классику вечную. Вот классические джинсы возьмем, ну просто у всех на слуху, все уже это знают, там Levi's 501. То есть это легендарная модель, от которой вообще начались все джинсы. Модель это вне моды, потому что, ну, ее правда выпускают, там, я не помню точно сколько, 130 там, или 140 лет. Можно в этих джинсах одеваться в любую одежду. То есть я уже рассказывал, там можно, да, и кроссовки одеть, а можно какие-то броди английские, ботинки, там, и за 2, и за 3 тысячи долларов. То есть можно одеть пиджак твидовый, можно одеть джемпер, футболку. То есть, ну, лучше этих джинсов ничего не придумано. То есть все, что сейчас вот меняется, вот эта мода, она все равно крутится вокруг чего-то одного. И вот эти метания, как бы они только голову раздражают. Да, и люди все равно возвращаются покупать классику, которую ты точно и через год, и через два, и через три ты достанешь из шкафа через 10 лет, и все будут, кто разбирается, видеть, что вот, ну, человека правильный Levi's там или раннер. Но вот мы говорим о стиле, и вот у меня сложилось впечатление, что, в принципе, если, например, человек приходит к вам и хочет, например, ну не то, что на карнавал собирается, да, на новогодний или как-то еще, а вообще хочет быть в образе, в стиле, как говорится, можно же что-то подобрать такое, ну, например, клетчатая рубашка, да, джинсы и клетчатая рубашка, что еще вот тут? Сапоги, казаки, так называемые. Казаки. Ну, они есть, их, просто скажу честно, уже осталось очень мало, мы их давно не закупали, потому что их просто сейчас в связи с обстановкой не привезти. То есть сапоги, Levi's или Wrangler, сверху клетчатая рубашка, сверху жилетка пуховая, на голову там бейсбольная кепка. Кстати, жилетки-то у вас есть какие-то? Конечно, да, выбор жилеток тоже огромный. А что за жилетки? Это такие на молнии или что-то? Ну, пуховая жилетка, ну, как пуховик, только без рукавов. Вот все это одеваешь и становишься просто персонажем фильма «Твин Пикс». Ну, боже, кстати, там шляпы у вас какие-то были даже, я помню. Кепку модную. Ну да, то есть вот сложившийся образ. Вот опять-таки ты упоминал как-то вот этот галстук, шнурок, он меня очень заинтриговал. Что это за галстук? Да, что это такое? Ну, ковбойский галстук, то есть вот этот кожаный шнурок с металлическими наконечниками и посередине медальон. То есть, ну, есть... А что на медальоне? Ну, на медальоне разное. Там может быть музыкальная тематика, там гитара, например, или мотоцикл, там, или буйвол. Ну, все что угодно. Мотоциклистам подойдет в стиле? А почему нет? Конечно. Это же тоже все, все одна тема. С чем вообще эту штуку носят? С рубашкой. Да, конечно, не на футболку, а одевается было на рубашку. Вместо галстука. Это и есть как бы такой, в общем-то, галстук. Да, кантри-стайл такой. Да-да-да. А если вот какой-то другой стиль, ну, например, что-нибудь такое более глэмовое? Ну, другой стиль. Ну, есть, например, огромный выбор, опять же, брюк карго. То есть это брюки с боковыми карманами, которые тоже вне моды, их носили, носят и будут носить всегда, потому что они очень удобные. То есть это толстый хлопок, ну, как бы флаксы из толстого хлопка и с боковыми, с такими, ну, широкими карманами. Они вне сезона или они летние, скорее, конечно. Да? Просто они есть и более тонкие у нас, и более толстые. Тоже Levi's, Abercrombie, Gap, ну, большие. А цвета какие? Там цветовая гамма большая. Синие, оливковые, черные, камуфляжные. Четыре или пять цветов.
Вот тебе уже другой стиль сразу нарисовывается. А вот, например, стиль с косухой, с кожаной. Что касается кожаных косух, у нас есть косухи фирмы Шот. То есть это косухи Перфекта, которые тоже там годов с 50-х, наверное, выпускаются. Во всех этих косухах замечены такие люди, как Иди Поп. Все рок-музыканты носили косуху Перфекта Шот. Это именно оригинал Made in USA, настоящий, из буйволиной кожи. Шикарная куртка. Не купить ее больше нигде. Она есть только у нас и в Америке. Здорово. Ну, много подделок, как я понимаю. Слушай, а ты знаешь, фирму Шот не подделывают, потому что кто не разбирается, эту фирму не знает. А кто разбирается, от подделки сразу ее отличат. Поэтому это как раз такой сегмент, что на подделку нарваться, ну, это нужно быть таким невезунчиком, чтобы купить подделку Перфекта Шот, что это... Ну, мне кажется, все равно никто не разбирается. Примерно все равно одно и то же, наверное. Да даже... Нет, было... не одно и то же. Даже у нее даже запах другой, у кожи. Ну, конечно, ты понюхаешь какую-нибудь вот в магазине, в этот масс-маркете, в каком-нибудь... Там не, название не буду, конечно, называть. Но вот магазины, которые кожаные всякие куртки, шубы продают. Она воняет просто, эта куртка. Вот, здесь благородный запах, вот именно такой, знаешь, как вот запах кожи, сигары, виски, вот, в магазинах. Да-да-да. Вот такой запах, кстати, у нас в Лос-Анджелесе. Вот, поэтому, нет, перепутать невозможно. В общем, друзья, если вы приверженец того или иного стиля или хотите придумать себе новый какой-то образ, то обращайтесь в Blues & Jeans. Как раз все для вашего образа здесь можно подобрать. Авиационная улица 28, телефон 371-98-13. И всем слушателям Моторадио, кто предъявит наше приложение на телефоне, на смартфоне, получает... Да, обязательно сделаем скидку или какой-нибудь подарочек. Blues & Jeans, Авиационная улица 28. Спасибо, Андрей, до встречи. Да, спасибо, Саш, пока. Blues & Jeans, одежда и аксессуары. Лучшие американские и английские бренды, настоящий блюз и неформальная обстановка. Все это вы найдете в нашем магазине Blues & Jeans. Метро Московская, улица Авиационная, дом 28.